Вот это вот перевал на Шамару, на Ямар. Не посыпано, ничего не сделано. А снег идет. Что будет через час, вообще непонятно. Автобусы вон там еле спускаются. Скоро вообще тут никто не подымется и не спустится. Кошмар полный. Как хочешь, так и едь. И наши службы городские. Когда выпал минимальный снежочек на днях, вот, так тут уже с ночи было все полито и посыпано. А как большой снег, так никого нету. Все где-то спрятались, а где-то сидят.